зовут Александр, приобрели трактор в компании Scout. Трактором довольны. На данный момент он отработал небольшое количество, но все-таки 10 моточасов. Уже можно о нем что-то сказать. В основном хорошее. Из нюансов есть недоработки, но они чисто технического характера, может быть, даже не подходящий под наши реалии, потому что он сделан под более современное навесное оборудование, и поэтому некоторые вещи под старое не подходят. Сам по себе трактор тихий, мощный, очень хорошо себя зарекомендовал, даже за эти 10 моточасов он себя показал легок в управлении, хорошо работает с прицепным оборудованием, с навесным, именно вспашка, уже сделали фрезеровку, уже им делали, проверяли, опашку делали картофеля. Тоже очень легко, все в клею входит прекрасно, не топчет. Ширина клея на 140, которая выставлена, сделана прекрасно, то есть по бороздам идет она отлично. Никаких проблем не создает, посевы не топчет, не прижимает, даже краешками не берет. По поводу трактора, что я могу сказать? Ну есть, вот из 10 баллов я бы 9 точных дал. То есть одну единичку, ну, за мелочи, которые, как я уже назвал выше, это за сферы меньшего диаметра. Они вроде не смертельно, но они требуют внимания, определенной доработки, они отнимают какое-то время, чтобы это все довести до ума и работать на общем оборудовании, которое, скажем так, широкого применения. А остальное, вопросов вообще никаких, заводится, работает, выполняет все свои функции на отлично. Вот, говорю, единственный балл снял за небольшие доработки по этому трактору. И опять же, ну это потому, что в наших условиях это необходимо. А если это работали бы он с китайским оборудованием, то, конечно же, оно это сделало, все бы осталось на месте, и тогда бы это была десятка.